В июле 2019 года подрядчик ООО ТСК активно взялся за строительство школы на улице Зорге. Уже к марту рабочие опережали сроки на 7 месяцев и исчерпали средства на 2020 год. К осени из бюджета области выделили еще 90 миллионов рублей. Деньги появились. Теперь не хватает специалистов. Въезд иногородних затрудняет пандемия. Формирование и, будем говорить, производственных коллективов, которые там занимаются, там монолитчики, там каменщики, там хотелось бы их усилить, да, но сложности в том, что вот те бригады, которые летом работали и весной, там частично отпали, там, потому что не было финансировано. Частично они остались, они продолжают работу. Несмотря на нехватку людей, на объекте кипит работа. Пока непонятно, где будут располагаться классы, спортзалы, административные и хозяйственные помещения. Строители заканчивают кладку второго и третьего этажей. Мы должны возвести фронтоны, перекрытия, где-то провести бетонирование и создание армпояса, чтобы подвести к производству кровельных работ. В Нижегородской области строители столкнулись с дефицитом пиломатериалов, поэтому нет гарантии, что к концу года все здания на территории будут под кровлей. После того, как строители доделают крышу, специалисты приступят к отделочным работам. Сейчас ведется прокладка системы отопления, чтобы те корпуса, которые возведем, на которых будет кровля и будет подведено утепление, в начале января передать под отделочные работы. Постепенно будем добивать то, что не закончим по кровле до конца года. Напомним, новую школу на улице Зорге строят в рамках проекта «Нацобразование» за 540 миллионов рублей за счет областного бюджета. По словам Владимира Еменцева, сейчас подрядчик выполняет работы в срок. Сдать объект он должен в июне следующего года. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.